Девятый квартал Слободского лесничества. Почти 4,5 гектара. Участок рубки главного пользования. Лес достиг зрелости, деревья пошли в промышленный оборот. Но, как известно, свято место пусто не бывает. В рамках республиканской акции «Чистый лес» здесь были высажены сеянцы сосны и дуба. В общем количестве более 33 тысяч. В этом году акция проходит уже в 11-й раз. На территории Мозырского района принимают участие более 400 человек. Это волонтеры, которые занимаются уборкой мусора в лесу, наведением порядка на экологической тропе Мозырские овраги. Также идет посадка лесных культур и дополнение ранее высаженных лесных культур. Планируется посадить более 15 гектар лесных культур, выполнить дополнение на 30 гектарах и убрать более 30 кубов мусора. Нынешняя акция «Чистый лес» приурочена Году народного единства. Многочисленные волонтеры помогали лесхозам в ликвидации несанкционированных свалок, уборке, благоустройстве придорожных полос и посадке лесных культур, деревьев, малышей. Уже стала доброй традицией принимать всем участие в акции «Чистый лес». И сегодня мы вот на площадке на делянке по посадке леса, где садим 3 рядочка дуба, 7 сосны. Очень значимо то, что сегодня у нас пришли семьями. Наши молодые семьи с каждым годом все добавляется участвовать в этой акции. Сегодня прекрасная погода, отличное настроение у всех. Ну и главное, что этот год, 2021, в Мозыре объявлен годом добрых дел. Поэтому я считаю, что каждый сегодня участник сделает хорошее, доброе дело на благо нашего леса будущего, нашей Мозырщины. Лес – это наше богатство издревно, поэтому участвует сегодня очень много людей. Сегодня и молодежный парламент, и депутатский корпус, и много жителей города Мозыря и района принимают участие в посадке леса. Если честно, то мы создаем будущее. Будущее для наших поколений, чистый воздух, деловую древесину, радость и счастье. Поэтому желаю сегодня всем хорошо потрудиться, и чтобы наши саженцы принялись и рос красивый бушующий лес. Последние дни солнечной и яркой золотой осени, совместный труд на свежем воздухе, общее полезное дело, а еще неформальное общение. Вы знаете, мы с удовольствием принимаем участие в акции «Чистый лес» ежегодно, потому что это замечательная возможность в первую очередь пообщаться, обсудить какие-то перспективы работы, встретить друг друга. Обычно здесь всегда все общественные организации, депутатский корпус, руководители, различные трудовые коллективы. И мы с удовольствием проводим время вот такой трудовой акции, ну и на природе, в замечательной погоде. Мозырская районная организация решила принять участие в данной акции, так как это важно, важно для экологии нашего города, района и для воспитательных каких-то целей наших детей, молодежи. Кто-то из нынешних волонтеров – опытный участник подобных мероприятий, а для кого-то это первый опыт, но не последний, как они сами утверждают, ведь это мероприятие действительно позитивное. Подобная экологическая акция для меня первая. С удовольствием принимаю участие, осознавая, какое полезное дело делаешь. И это все, конечно, передает сил. Поэтому замечательная акция. Считаю, что они должны проводиться периодически и помогать нашим работникам леса, всему населению. Я думаю, что это гражданский долг каждого. Начальник Мозырской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Елена Швайба на посадку леса приехала вместе с семьей. Взяли даже четвероногого питомца. Мы взяли всех сегодня на нашу акцию. Эта акция у нас не первая, учитывая то, что экологическая она акция, поэтому мы не первый год участвуем в ней всей нашей семьей. И я думаю, что даже в сознании моего маленького ребенка будет откладываться, что охрана леса, бережное отношение к природе в том числе, это будет, это неотъемлемая часть нашей жизни. А вот еще один маленький волонтер, 9-летний Елисей Дымар, высаживал сеянцы сосны и дуба, которые будут расти и взрослеть вместе с ним. Я сажаю маленькие растения, дубы. Они вырастут, и с них будут желуди.
Акции по посадке леса и наведению порядка в зеленых зонах проводятся регулярно. Только за эту весну и осень в Мозырском районе было высажено более 1000 гектаров. На 1200 гектарах было произведено дополнительное высаживание лесных культур. А это образцовый питомник Мозырского опытного лесхоза. Именно здесь под присмотром специалистов растут сеянцы и саженцы. В год их количество исчисляется миллионами для собственных нужд и на продажу. Отдельный интерес представляют сеянцы с закрытой корневой системой. В естественных условиях у них 100% приживание. Данного посадочного материала его можно садить круглый год, так как сеянец находится в стаканчике, где питательный грунт, и вместе с питательным грунтом он пересаживается на площади лесных культур. На данный момент в питомнике более 500 сеянцев с закрытой корневой системой. Мозырские леса, они будут высажены уже весной 2022 года. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».